Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Як завжди, ми говоримо вже традиційно про вступну кампанію 2020. Раді вітати в нашій студії доктора політичних наук, декан факультету соціології, політології, психології Дениса Яковлева. Добрий вечір. Добрий день. Ми нещодавно говорили вже про особливості вступної кампанії, про складнощі, які були спричинені пандемією, епідемією. Але вступна кампанія, зокрема на вашому факультеті, це така тема, про яку можна говорити досить довго. Отже, пане Денисе, що пропонує абітурієнтам і в 2020 році факультет, де вирощують соціологів, політологів, психологів? Да, спасибо большое, Виталий, спасибо за возможность встретиться и обсудить это, потому что действительно эти три профессии, психология, политология, социология, это профессии 21-го столетия, они очень востребованы на рынке труда, они очень перспективны. И самое главное, что это очень интересные специальности. Очень интересно не только вот обучать, да, или не только учиться, но очень интересно и познавательно, и действительно увлекательно сам процесс обучения. И потом работать по этим специальностям, это действительно очень интересно. Потому что есть возможность влиять на мнение людей. Есть возможность, ну, не только реализовывать, да, свое какое-то желание, но и быть полезным обществу. Приносить пользу людям. Это касается и социологов, которые работают с мнением людей, которые работают, изучают общественное мнение. Это касается и политологов, которые мы сегодня говорим, да, они в избирательных кампаниях участвуют, в международной политике, в государственном управлении. Но задача политолога, и я сейчас к молодым людям обращаюсь, это амбициозная цель – изменить страну, сделать нашу страну лучше. Для этого нужно получить знания. Ну и, конечно, если мы говорим о психологии, то такая наука, как психология, имеет непосредственное отношение. Потому что с детского возраста, может быть, знаете, у нас в обществе, мы к этому еще не привыкли, но во всех развитых демократических государствах, во всех демократических странах именно так идет, что нужно обратиться к психологу, что психолог – это первый помощник человека. Психолог – это направляет ребенка, подсказывает, проводит тесты, направляет профессиональную ориентацию, подсказывает, как выйти из сложных жизненных ситуаций. И на протяжении всего жизненного пути психолог – это именно тот человек, который консультирует, подсказывает, помогает. Ну а в ответ люди платят деньги. И услуги сегодня психолога, и политолога, и социолога стоят сегодня достаточно серьезные деньги. Вот мы посмотрели специально, вышли на сайт Work.ua, посмотрели. Первое место работы у социолога, например, это 25 тысяч гривен. Эта зарплата стартует именно с этой суммы. Что касается психолога, одна консультация у хорошего психолога, говорят, кофе с психологом, $500. От $500 сегодня стартует. Значит, это консультация, которую вы получаете у хорошего, востребованного, серьезного психолога. А мы готовим, нас на факультете готовим именно таких. Что касается политологии, ну, бюджет. Вот мы говорим бюджет избирательной кампании. Выборы одни закончились. Президентские выборы были в прошлом году, парламентские выборы были. Сейчас выборы в органы местного самоуправления. Минимум от 15 миллионов долларов – это бюджет избирательной кампании. И это управляет этим бюджетом, распределяет его именно политолог. Глава штаба, вот я посмотрел, кто сегодня востребован. Пожалуйста, можно стать и главой предвыборного штаба. Можно стать топ-менеджером в государственной компании. Пиар-менеджер, глава департамента по связям с общественностью. Мы говорим такое направление – политический пиар. Ну, уже сказали политический пиар, надо, наверное, сказать и о том, что политические эксперты сегодня востребованы в средствах массовой информации. Конечно, это тоже очень важно. Ну, я вам скажу, не будучи политическим экспертом, дуже важко в засобах массовой информации якісно працювати. Так, відбувати номер, обов'язково там відсидіти там від 10-ї години до 17-ї, нема питань. Але якщо розбиратися в темі, то тільки потрібно бути журналісту і політологом в тому числі. Ну, вибачте за таку. Конечно, конечно, Виталий, спасибо, абсолютно согласен и поддерживаю это, да. И это высокооплачиваемые, интересные специальности, увлекательные специальности, увлекательные профессии. Но хочу сказать, что действительно, мы об этом говорили уже не раз, в том числе и в вашей студии, спасибо большое, что изменилось с момента прошлого нашего эфира, с момента прошлой встречи.
наши уважаемые абитуриенты, и также обращаюсь и к абитуриентам, к выпускникам 11 классов, и обращаюсь и к родителям. Пожалуйста, не ждите начала вступительной кампании. Вы уже видите, вы уже прошли очень сложный этап, который называется пробное ЗНО. Он в этом году был в условиях коронавируса и проходил в условиях и проходил онлайн. Но в любом случае, абитуриенты, родители, вы уже знаете, и к родителям тоже обращаюсь, вы уже знаете ваши оценки. Потому что во многом, да, это оценки родителей и оценки выпускников. Вы знаете ваши оценки, вы понимаете тот средний балл, на который вы сможете уже примерно плюс-минус сдать основную сессию ЗНО. Вот я хочу сказать, что сегодня есть специальности, на которые проходной балл 140. То есть вы не сможете даже подать документы, если вы не наберете 140. Но вы же видите сегодня свой уже средний балл по пробному ЗНО. Вот на такие специальности, как психология, политология, социология, специально Министерство образования и науки Украины установило проходной балл 125. Потому что это очень востребованные специальности, и наша задача подготовить достаточное количество для государственного заказа, для бизнеса, для общества, подготовить достаточное количество именно таких специалистов. Поэтому еще раз я подчеркиваю, проходной балл, вот то, что вы можете поступить, прийти, да, это 125. Вот вы ориентируетесь в ваших баллах, смотрите, сколько, насколько вы сдали уже сегодня пробное ЗНО. Вот если там есть какие-то, вы уже видите, что вот 125, это 125 тот балл, с которым вы можете прийти и к нам подать документы на факультет психологии, политологии и социологии Национального университета Одесская юридическая академия. Теперь про бюджет. Изучаем. Национальный университет Одесская юридическая академия — это государственный университет, национальный университет самого высокого уровня аккредитации. Поэтому, конечно, у нас есть бюджетные места. И, конечно, мы прежде всего ждем и очень заинтересованы, чтобы именно выпускники этого года учились у нас на бюджетных местах. Задача какая? Очень простая. Придите, пожалуйста, возьмите это бюджетное место. Ну, сегодня мы еще не знаем, нет даже подачи документов еще, мы не знаем, какой будет средний балл. Но по опыту прошлого года могу сказать, что средний балл, если вот взять именно наши специальности, политология, социология, психология, то средний балл, например, на психологию был 176, а на социологию 183. На политологию чуть-чуть выше, но выше был в прошлом году, когда была одна избирательная кампания, другая избирательная кампания. Мы видим, что президентом стал Владимир Зеленский, и это шоумен, это яркая личность. И, конечно, когда все увидели, что ему тоже нужны политологи, то такая специальность, как политология, стала очень востребована среди наших абитуриентов прошлого года. И они на такой волне моды, специальность была востребована, проходной балл был порядка 192 или 3 баллов, то есть очень высокий балл. Как будет в этом году, не знаю. Но вот я вам очертил такой круг, что 125 – это минимальный балл, с которым вы можете подать нам документы. И примерно 173, 185, 186 – это такой средний балл, который на наш факультет обычно является проходным для бюджетной формы обучения. Умови навчання, ми не повинні також забувати і про них, тому що, як я вже підкреслював і під час минулих наших зустрічей, для абітурієнтів, для їх батьків дуже важливо, в яких умовах навчається дитина, в яких умовах він стає якісним політологом, соціологом чи психологом. Юракадемія, наскільки я розумію, вона тримає марку вже багато років. Да, ми вже сказали, що це Національний університет, Одеська юридична академія. И действительно, благодаря усилиям Сергея Васильевича Кивалова, усилиям всего профессорско-преподавательского состава, созданы для самых перспективных специальностей, таких как политология, социология, психология, созданы самые лучшие условия для обучения. Это касается и материально-технической базы. Это касается, вот мы проводили День открытых дверей онлайн. Казалось бы, такая новая форма. Но она у нас получилась. Почему? Потому что все аудитории приспособлены, и мы было все необходимое оборудование, был интернет, Wi-Fi, мы в каждой аудитории могли выйти и провести встречу с абитуриентами. И вот таким образом у нас и образовательный процесс был. Сегодня сложные условия были,
коронавирус, и общество реагирует на него, и власть реагирует. Может быть, не всегда такая реакция, как нам бы это хотелось, как мы бы того заслуживали, да, и думаем, ну вот надо было бы на перспективу. Но, конечно, именно в Национальном университете Одесской юридической академии онлайн-занятия мы провели по расписанию полностью, и мы готовы к этому. Но, конечно, мы хотели бы встретиться в наших замечательных, прекрасных аудиториях. Это что касается материально-технической базы. Именно на факультете психологии, политологии и социологии есть лаборатория социологических, политических исследований, потому что это прикладные специальности. Если студент не получает возможность практические навыки получить во время обучения, если это, как мы говорим, голая теория, да, это бесперспективно. Уже с первого курса наши студенты идут на практику и свои знания полученные они уже применяют в прикладном аспекте. Это касается и психологов, это касается и политологов, это касается и социологов. У нас в сентябре сразу же, я думаю, что уже все об этом знают, что мы едем в Верховную Раду Украины. Но мы едем в Верховную Раду, мы там встречаемся с народными депутатами, мы в этом здании под куполом, мы специально там принимаем участие, смотрим на работу парламента, принимаем участие в работе комитетов. Наши студенты могут задавать там вопросы, получают ответы, и депутаты очень заинтересованы. Почему? Потому что из среди наших студентов они выбирают себе будущих помощников. А для кого-то посещение на первом курсе Верховной Рады Украины – это старт политической карьеры. Потому что политолог, социолог, психолог обладает всеми необходимыми знаниями, чтобы стать успешным, перспективным, востребованным политиком. Чтобы изменить нашу страну именно политически. Иметь те рычаги и аспекты, и знания для того, чтобы изменить страну к лучшему, изменить наше государство. Я думаю, что мы сегодня все этого хотим. И кому, как не молодым людям, мы должны сегодня обратиться и сказать, что приходите к нам на факультет, получаете такую специальность, как психолог, политолог, социолог, и вы получите инструмент для того, чтобы изменить государство, изменить страну, ну и изменить себя тоже. Давайте пригадаємо слова класика: свого не соромтеся, але й чужому навчайтесь. Я поміняв місцями. Наскільки я розумію, на вашому факультеті міжнародне співробітництво воно таке дуже важливе місце займає, тому що саме в розмові з колегами за кордону теж прогресс является. Декілька слів про міжнародне співробітництво. Да, дійсно, ви знаєте, це одне з направлень, да, которое сегодня очень является таким насыщенным в юридической академии, потому что мы сегодня все интегрированы в связи с нашими иностранными зарубежными коллегами. У нас договора подписаны с множеством университетов, и наши студенты вот должны были несколько месяцев назад, но из-за коронавируса, к сожалению, не смогли попасть на мероприятие очень масштабное. Будет перенесено оно в сентябре. Мы надеемся, что именно в сентябре студенты факультета смогут принять участие в самом крупном международном таком мероприятии. Это международный всемирный конвент Международной ассоциации студентов политической науки. Она действует под эгидой ООН и ЮНЕСКО. И наш факультет вошел в эту организацию. Благодаря этому наши студенты в сентябре побывают в Вене на этом всемирном конгрессе. А были уже наши студенты в составе нашей, ну, в составе делегации университета, студенты-политологи, социологи, психологи побывали уже в Нейменгене, Голландия. Это как раз тоже в рамках этого сотрудничества студентов-политологов, социологов, психологов с этой международной, еще раз говорю, это самая известная, самая такая большая, самая известная перспективная организация международная, которая объединяет студентов. ООН обеспечивает то, что в эту организацию включены все страны мира, все университеты, все ведущие университеты. Вот Украину представляем мы и университет Тараса Шевченко. Два вуза, два факультета представлены именно в этой организации. Поэтому вот наши студенты в Неймингене, Голландии, в Вену мы сейчас едем, в Лондоне мы были, в Салонике, в Греции были, и в Лиссабоне, в Португалии были, причем это был первый набор, мы очень переживали, волновались, но наши студенты, одесситы, везде себя проявили очень хорошо, и все полученные знания смогли применить и привести очень много интересных знаний, информации из-за рубежа. Но для этого нужно знать иностранный язык. И хотел еще сказать, что, знаете, вот такая позиция Сергея Васильевича Кивалова, что образование сегодня это, наверное, самая перспективная такая сфера жизни в нашей стране, потому что от этого зависит будущее. И это будущее должно быть в надежных руках. Что имеется в виду, что это значит? Хотелось бы сказать не только о материально-технической базе.
и нашей библиотеке, там, и о наших аудиториях, и о нашей лаборатории, и международном сотрудничестве, но сказать еще о наших преподавателях. Вот мы посмотрели, действительно, доктора наук, профессора, доценты, кандидаты наук. Это те люди, которые сегодня, теория, практика, которые действительно преподают в Национальном университете Одесской юридической академии. На факультете у нас кафедры, кафедра политической теории, кафедра философии, это база. Это тот фундамент, первый курс, второй курс, который мы должны давать обязательно нашим студентам. У нас кафедра социологии и психологии, и лаборатория, где они получают практические навыки. Поэтому от преподавателей зависит очень много. И очень важно, что именно у нас вот такая междисциплинарность. То есть у вас будут преподавать доктора исторических наук, доктора политических наук, психологических наук, социологических наук и философских наук. И вот такой симбиоз знаний, теории, практики, он даст в итоге очень хороший результат. Еще буквально два слова, потому что мы про политологов сказали, про психологов сказали, а вот социологи, вот тоже сделали выписку специально, если будет возможность, может быть, вывести на экран, да, где сегодня востребованы социологи. Это специалисты по избирательным кампаниям, это маркетологи, это аналитики в маркетинговых агентствах и социологических центрах, это пиар-менеджеры, это бизнес-консультанты, это эксперты по общественному мнению в масс-медиа. И это специалисты, вот сегодня самые востребованные, специалисты диджитал-маркетинг. Это направление, которое сегодня самое востребованное и самое высокооплачиваемое. Именно там, вот это официальные данные, это статистика, государственные данные, где работают, где востребованы сегодня социологи. Дякую, пане Денисе. Я пропоную нам за 3-2 тижні знову зустрітися, знову звірити годинники, тому що вступна кампанія триває, ще багато корисної інформації. Бажаю успіхів вам, вашій команді. Така насичена пора буде, але я думаю, що все буде гаразд. Дякую. Спасибо. Залишаюсь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.